Задержан особо опасный преступник. Юрий обвиняется в ряде грабежей на территории Дзержинского района. Парень со своим подельником, который в данный момент устанавливается следствием, нападали на несовершеннолетних. Шли по улице, высматривая, так сказать, уже заранее жертву. Один из них, вот Самсонов, да, ударил потерпевшего в затылок. Вот, и выхватил ноутбук. Второе лицо, которое было с ним задержано, значит, в это время из кармана вытащил сотовый телефон. Как оценивал? Нормально. А почему, можете объяснить, почему считаете, что нормально и почему ненормально? Нет. Не хочу. Первый раз Юрий попал за решетку в 14, сейчас ему 22, из них 8 он сидел. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы. Если вы подвергались нападению со стороны этого гражданина, просьба обращаться по телефонам, указанным на экране.